Всем привет! Пришла очередная посылка из Китая, с сайта AliExpress. Сейчас мы вскроем, посмотрим. Скорее всего, это кнопки автомобильные. Да, так оно и есть. Должно быть две штуки. Здесь все. Так оно и есть, две штуки. Сейчас я достану, посмотрю. Проверить у нас ее не получится. Она зеленого цвета, светодиодик. Туго так переключаются. Вот. Выглядит она вот так. Вот. 16 ампер, 12-вольтовый. Вот. Бралась она для переключения камеры. Передней камеры видеосъемки, ну скажем так, задней камеры видеонаблюдения, там у нас все нормально, у нас включается от задней передачи. Хотел я себе купить родную кнопочку, но одна кнопка стоила там что-то в районе 1500–2000 рублей, вот, плюс там по-особенному надо подключать. Мне это как-то не очень понравилось. Я решил взять вот такую бюджетную. 42 рубля она стоит с копейками. Вот. Поставить ее где-нибудь подальше, чтобы ее видно не было. И вот так вот, скажем так, заколхозить. Заколхозить. Вот. И тем самым она включается. У нас сама вот эта камера переднего вида. Так, давайте посмотрим вторую. Вторая тоже зеленого цвета. Цвет можно было заказать любой. Там, по-моему, красная, синяя, оранжевая или желтая, я точно не помню, и зеленая. Вот, тоже щелкает. Ну, туго так щелкают они. Я думал, будут немножечко полегче. Но это даже, наверное, и лучше, потому что не будут лишний раз перещелкиваться, там вдруг где-то там коленкой или чем-то зацепишь, или там рукой, вот. То есть, в принципе, все вроде так вот работает. На подключение я проверить сейчас не могу, собственно, нечем, да и, наверное, не стоит проверять. Будем надеяться, что все будет у нас работать. Значит, по цене, как я и говорил, 42 рубля стоит с небольшим данная кнопочка. Шла она где-то около 1,5 месяцев. Не отслеживалась, точнее, отслеживалась она в Китае, а дальше уже не отслеживалась. Ну, собственно, оно и понятно. Вот. На этом, собственно, видео мы заканчиваем. Вот. Если кому-то необходимы такие кнопочки, ссылочку под видео я оставлю, проходите, заказывайте, очень даже бюджетно. У себя я в автозапчастях таких не находил. Самая дешевая кнопка, более-менее похожая, она была не круглая, она была прямоугольная, по-моему. Она стоила что-то около 150 рублей. Ну, мне кажется, в 3 раза дешевле. Лучше купить 3 вот таких кнопки, чем одну большую такую прямоугольную. Ну, вот. Ну что ж, на этом я видео заканчиваю. Подписывайтесь на канал YouTube, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!